И вновь добрый вечер к новому Comics Paradox, и это игра Dying Light. Собственно, давайте продолжать. Давненько не выходили серии по этой игре. Давненько ничего не происходило. Приступы это плохо. Это надо избавляться. Еще надо сосредотачиваться на игре, пока меня не кокнули. Это я еще на стадии обучения, блин, завалив весь процесс игры. Ура! Ура! Запись вернулась! Я мать! Ура! Ура! Вот тут полчаса сама с собой разговаривать со своим кофе, блин. Понимаешь? Сейчас я верну таймер в телефоне. Ух ты, что-то клад. Так, ну вроде бы FPS-очки стаби, херачились. Спади, FPS, за что, а? С тобой полчаса тут маюсь. О. Иди ты. Не до тебя, у меня FPS лагает. F. Ага, ясно. Arrive or not. Ёб твою мать. А, куда меня тащит? О, кладовщик. Ты кладовщик. Привет. You're the new scout. Rahim radioed me about you. Радиографировал, да? That's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days, but here, this is for you. Ага, спасибо, у меня такая есть. Word around the tower is you're just another deadbeat in line for food on Antizin. By which I mean, the people here don't much like you, but don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to... I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. Иди ты в пень, а? Насчет услуг и вещей понял. Все остальное мне совершенно без надобности. Урон 24, аптечка, отмычка, металлические детали, подсказка. Каждый день, когда все будет выдавать вам бесплатные предметы, если кончаете запасы, заходите к нему. Ага. Ремонт Т3, обращение, ла-ла-ла, прочность, еб твою мать. Так, перед выходом возьмите какое-то снижение, куда? Кладовщика. Трубу. Аптечку можно взять. Металлические детали, отмычка. Позволяет отбирать замки. У нас есть отмычка? Или лучше трубу взять, чтобы нафигачить? Урон 24. Пинт пропитанный сильным антисептиком. Тоже не любит железяки, вопрос в том, на что их пустить, на ремонт или оружие, или смастерить пепельницу. Но последнее было бы глупо. Позволяет отпирать замки. Но я сомневаюсь, что что-то нужнее оружие может быть в нашей ситуации. А мы все можем взять, ёпта мать, слава богу. Я думала, выбор нужно сделать. Он уже не так сильно подлагивает. Дядя, тебе нужно что-нибудь? А тебе? Привет. Подойти вплотную и сказать привет в лицо. Это просто мой стиль. У вас тут ковид, ребят? Че, в масках стоим? Получите укол антизина. Прям есть зина, а есть антизина, да?
Знаю, наверное, заезженная шутка. Но оно так и есть. Оно на то напрашивается. Я вообще не виноват. Так получилось, что не получается юморить. Ух ты. Лифт можно вызвать? Как мне отсюда выйти? Через низ только, да? Вы уверены, что тут безопасно, ребят? Аутсайд? Аутсайд не хочу, я не... Аутсайд я не хочу. У меня лагает внутренность, ты говоришь аутсайд. Ладно, наверное, выбора нет. Чё, нельзя? Можно. Ох ты! А укола где у доктора получить? Okay, noob. Noob. Сам ты налево. Лево строго на юг. Факерс, да. Я понял. Куда идти? Так. Туда нарисовано. Смотри. Ящички тут есть. Самые тут для нас, правда? Тан-тан. И куча всякого говна, которое нам не нужно, да? Сейчас, погоди. Вот мне интересно, для кого они все эти иностранные слова все пишут? Хроматические аберизации какие-то? Я только поняла, что у меня карта памяти, соответственно. А все остальное я не понял. Ладно, предположим, что от этого будет меньше лагать. Ой, смотри, тут зомбик. Так, хорошо. Хорошо, чудесно, прекрасно. Я очень сильно не хочу спускаться вниз. Может, там где не надо спускаться? Хорошо. Так, ящик есть? Батарейки. Ты уверен? Хорошо. Хорошо. Смотри, смотри, смотри. Смотри. Мы можем сейчас перепрыгнуть обратно туда и вот сюда вот. Но я очень сильно не хочу. Ой, смотри, сколько там ребят. Я тем более не хочу туда. Тихо, спокойно. Поднимайся! Спасайся! Хо. Так, мы выжили. Первые 3 секунды геймплея. Это уже не может не радовать. Все очень плохо лагает. Так. Сейчас я это самое. Опс. Очень горячо. Интересно, я им, если я им туда фикус кину. Нет, фикус жалко. Фикус жалко. Бечевка.
Бечевочка, бечевочка. Чего все так лагает? Из-за того, что я Sims установила новую версию. Там Японию добавили, да. А тут добавили лаги. Так, хорошо. Зомби, это плохо. Так, давай подумаем с тобой хорошенько. Тихо, 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 тихо. Заходи. Мы же с тобой не будем глупостями заниматься, правда? А нам куда надо-то? В ту сторону. Слушай, нам, наверное, придется спуститься, да? Я очень сильно не хочу вниз. Понял. А уверен, что мне надо вниз, а? Мне что-то здравый смысл подсказывает, что это не самая лучшая мысль. Эти гады хотя бы здесь не лазят. То есть, понимаешь, да? А, нет, лазит. Смотри. Чё это там такое? Человек? Нет, еще один зомби. Ой, мадам! Прошу прощения! Вы не могли бы ёбнуться? Эй! Ку-ку. Мадам, ку-ку, смотри сюда. Ты меня не видишь, ты слепая? Я, конечно, могла бы быть смелой и бодрой. Смотри, тут хавчик у кого-то был. О, ящичек. О. Как взламывать? Так, чтобы взломать замок, двигайте булавку при помощи колесика и поворачивайте отвертку, используя F. F, 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 где тут F? F это A. А, не так. Так, вы поверните защелку. Если булавка начинает вибрировать, вы не прилагаете усилия, она может сломаться. Ух ты. Есть контакт. Я так думаю, я все-таки стрим на этот счет сделаю. Хотя кому нужен стрим, правильно, кроме меня? Как я всегда стримила? Ну-ка, сторожилы канала, быстренько скажите. Ой, мадам, ку-ку. Are you see me? Мадам, вы меня видите? Давайте, давайте, я в вас верю. Давайте, давайте. Давайте, осталось всего два шажочка. Мадам! Я верю, что она суицид сделает, и она стоит как хопанная. Ты подумай, а. В тебя бы метнуть чем-нибудь, а, баночкой что ли какой. Разозлить. Так, никого нету. Нету слова, нету в русском языке. Я все равно его использую, да. Так, хорошо. Тут есть дверь. Эти пидорасы даже на двери. Hog voltage. А, то есть там электричество, да? Надо будет запомнить. Мадам! Вы пошли? Я не знаю мне куда идти. О, еще мадам. Мадамов больше, чем кавалеров. Прям как в реальной жизни. Одни бабы везде.
Сплоченный женский социум. Ну или не очень сплоченный. Как повезет. Там. Так. Ага. Хорошо. Угу. Получите дозу у доктора. Очень даже себе уверена, да? Что мне надо это сделать, блин. Солнце двигается. Ну, вполне себе двигается. Сейф, сейф, сейф. Вы очень уверены, что мне это нужно, правда? А я очень сильно не хочу отсюда уходить. Вот чувакам, от которых у меня виснет игра. У меня предчувствие нехорошее. Что ты от меня хочешь? У меня, блин, игра лагает. Ты хочешь, чтобы все как-то нормально происходило? Игра, музыка, эффекты, ла-ла-ла, субтитры, подсказки, отмена оружия, постопроводка, худи, худи. Что такое худи, гамма? Дальность обзора. Ой. Чуть-чуть. Спавить. Теперь ты перестанешь лагать, скотина паскудная. Тань. А нет, спасибо, я туда не хочу. Не хватило того, что я увидела. Не надо, спасибо. Ой-ой, пора текать. Там мистеры-зомбики. Хочу на крышу. Вот что я поняла. Ой. Так, залазь-ка. Так, зомби раз, зомби два. Плохой путь. Так. Ну, гипотетически мы могли бы по мосту. Там зомби. Там очень много зомби. Может, обратно пойдем, а? Я вообще никуда идти не хочу. Честно тебе признаюсь. Ну что, идем обратно? Беги. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Помчались, они нас. Вроде как не заметили. Теперь у меня большой вопрос. Куда, как, чего, когда? Нахрена? Туда куда-то, да? Их. В общем, давайте заканчивать тогда. Пишите, если хотите, чтобы был стрим, если вы придете на стрим. Пишите, что мне делать дальше, куда идти, наверное, к этому оранжевому кружочку на карте. И как туда добраться желательно, потому что это топографический кретин. И сама разберусь еще очень не скоро.
А так, это был канал No Comments Paradox, игра Dying Light, и услышимся в следующем видео. Хорошего времяпровождения, пока!